вами готовим жульен. Одну луковицу мелко порезав, обжариваем на сливочном масле и чуть-чуть и капельку растительного масла. Добавляем вот такое количество грибов. И продолжаем их тушить под закрытой крышкой на медленном огне. Заранее нужно отварить грудку и вот так вилочкой грудиное филе измельчить, не ножом. Так оно будет сочным и мягким. Ну, для жульена, конечно, нужна посуда специальная, но у меня вот есть такая емкость. Жарить грибы до полного приготовления на медленном огне. И немножко слегка их поджарить. В конце посолить, поперчить. Именно в конце, потому что если мы сейчас добавим соль, то вся вода выкипит, и они будут жесткими. Нам это не нужно. Самым необходимым ингредиентом вот такие сливки. В Турции они выглядят вот так. И пойдет одна упаковочка. Здесь 200 мл. Вода испарилась. Я их посолила, поперчила. Немножко обжарила. Добавляю 1 столовую ложку муки. И добавляю сливки, всю упаковку. И сейчас, постоянно помешивая наши грибочки до загустения, добавляю курицу. Очень получился густой, поэтому я добавила вот 2 таких ложки бульона. Вот такая у нас получилась начинка. Сейчас я ее переложу в посуду. Сверху накрою сыром. Вы можете взять любой сыр, который расплавится. Мне очень понравился вот этот сыр. Он выглядит вот так. В Турции. И сейчас отправлю я в духовку. Сначала я подогрела духовку до 180 градусов. Сейчас включу режим гриля, потому что у нас начинка готова. Будем ждать, пока расплавится сыр. И вот такой жульен у меня получился. Может, не очень красивый из-за такого сыра, но... Думаю, что будет очень вкусный. Приятного нам аппетита!